Да что ж такое? Вот начинаешь игру, и первое впечатление — это вау! Это же ведь реально шикарная задумка, да и исполнение очень даже хорошее. Отличный кандидат в игры Реликт. Начинаешь копать, и тут тебе в глаз как брызнет нечто черное и пахучее. Да, и вот так вот из раза в раз, и это печально. Это игра Vergiss mich nicht, что в переводе с дочензольдатского на валенорский означает «Remember me», а на мордорском наречии это «Помни меня» или «Помни меня», не помню точно. А? Как вам шутка, да? Не очень согласен. Извините, я просто хочу и вас, и себя немножко на позитивный лад настроить, чтобы все это не казалось таким уж унылым. В общем, игра эта вышла в 2013 году, разумеется. По иронии, игру с названием «Помни меня» или «Не забывай меня» в основном все забыли. Часть игроков, во всяком случае. А другая часть и вовсе о ней не знала. Позиционировалась игра как экшен-адвенчура в киберпанковском мире. Завязка следующая. Идет 2084 год. Не глядя вики, предположу, что команда разработчиков из Франции. Просто обычно разработчики делают про ту страну, в которой сами же проживают. А в Remember Me мы будем играть за жабоедов. Точнее, за жабоедку. Весьма красивую жабоедку, должен признать. Итак, место действия некий Ново-Париж. От Старого Парижа. Отличается он кардинально. Можно будет читать выдержки из истории этого города и из них понять, чего только не было за эти почти 100 лет. И гражданская война, и серьезные биологические катастрофы разных масштабов. В общем, скучать людям было некогда. Но это тогда, а сейчас относительно мирное время. Судя по Парижу, мир преобразился значительно в технологическом плане. Ограниченный искусственный интеллект, голография, андроиды-проститутки, кстати. Но все это фигня на фоне корпорации Memorize, которая ни много ни мало торгует услугами, связанными с воспоминаниями. Да, технологическая продвинутость позволяет людям свободно манипулировать своей памятью, пересаживать воспоминания и, что самое важное, редактировать их. Как всегда, лозунги прекрасные. Тебя гложут нехорошие воспоминания? Ну так удали их горковой матери и живи ты счастливо. Звучит заманчиво, согласитесь. Но, где есть пересадка воспоминаний, там обязательно объявятся кто? Разумеется, те, кто будут воровать эти самые воспоминания, а также те, кто захотят использовать эти технологии в своих не очень хороших целях. Но это лишь верхушка айсберга. Сам айсберг заключается в том, что все эти манипуляции с памятью стали настоящим наркотиком, похлеще героина. Люди становятся так зависимы от сенса, проще называть это так, сенс — это, как я понял, интерфейс на шее для манипуляции с памятью, что, в общем-то, многие люди становятся похожи на полых из Dark Souls. То есть, например, от частого злоупотребления сенсом мозг вообще перестает удерживать память, и в сенсы встраиваются GPS-навигаторы, которые позволяют дойти до дома, так как ты, банально выйдя за хлебом, можешь не вспомнить к нему дорогу. Ну и прочие осложнения тоже присутствуют. В общем, человечество деградирует в прямом смысле этого слова и деградирует довольно-таки стремительно. Кроме того, то ли из-за биокатастроф, то ли еще из-за чего-то нам пока что не рассказывают, но появились мутанты. Совсем деградировавшие люди, выглядящие как нечто среднее между смеоголом и обычным гулем. От первого у них внешность и повадки, от второго интеллект табуретки. Тут даже не нужно копаться в лоре. Судя по обрывочным фразам этих созданий, по структуре этих фраз, становится понятно, что там память окончательно улетела и мозг уже как каша. Теперь эти создания представляют опасность как дикие звери. В итоге население Ново-Парижа поделилось на три части. Элитная элита, живущая в роскоши и комфорте и реально нажирающаяся по вечерам и возвращающаяся домой по навигаторам. Трущобные селяне, там тоже гедонизм правит бал, только с примесью жестокости, ибо нужно же выживать, полиции там нет как вида, ибо никому эти нищуки не нужны. И, собственно, вот эти вот смеоголы, зовущиеся лепырями, не путать с упырями. Личная жизнь стала пережитком прошлого. Теперь воспоминания в открытом доступе, ими делятся, их иногда воруют, или иногда даже подмешивают. Зато в обмен на это ты получаешь реально много дивидендов в виде различных очень-очень интересных возможностей. На том конце, давно щупали Дженнифер Лопес за ее попас. Что, вообще не щупали, батюшки? Но это ничего, мы вам сейчас такое воспоминание внедрим, будете кайфовать, переживая его снова и снова. Да, воспоминания можно еще и пересматривать как фильм. Нет, нет, это совершенно бесплатно, вы уже заплатили своей приватностью. Вы же не нищук какой-то, верно? Вы же живете здесь, в элите. Вот такие вот дела.
и, разумеется, все группы друг от друга отгородились. Элитарники защищены полицией, роботами-стражниками, бомжи не защищены никем, кроме себя, поэтому они там такие все суровые, а квазиморды просто как орки набегают, убивают, возвращаются домой. Так и живут парижане 2084 года. И заметьте, ни одного араба. Сразу видно, что вопрос миграции они такие почти за 100 лет все же решили. И это радует. Надеюсь, их не скормили лепырям. Но это все бэк, так что ж там, собственно, с завязкой? А с ней все нормально. В начальной заставке нам показывают рекламку от компании Memorize, мол, как же это круто иметь те воспоминания, которые ты хочешь иметь, даже если этого никогда не случалось. Однако, следующим кадром мы видим, как некую тяночку форматирует, а потом допрашивает, мол, ты кто такая? А она такая, кто-кто? Турук-мокто? А ей в ответ, ты как это можешь помнить? Что за ее парасете? Доктор, ау, стерка не стирает. Так, дамочка, иди-ка ты на дозаправку, вон туда. И мы идем. Да, дамочка, это мы. Имя Нилин. Все, что мы помним, даже после попытки полного форматирования памяти, то есть превращения нас в овощи. Мы как раз в каком-то центре по форматированию, судя по всему. Вокруг себя видим такой, знаете, очень атмосферный атас. В камерах люди, ведущие себя, ну, в точности, как полая нежить, без разума. Стучат головой о стены, ходят с безумным видом, полностью потерянным. В общем, мы ползем по коридорам, встаем в очередь и покорно, словно корова на скотобойне, ждем своей очереди на полное форматирование. Однако по какой-то неведомой рации с нами связывается некий незнакомец, которому удается достучаться до инстинкта самосохранения героини, и та, руководствуясь советами незнакомца, сбегает из этого дурдома по методичке графа Монте-Кристо. Как говорится, в гробу я вас всех видала. По ходу побега мужик по кликухе Край рассказывает, что Нилин не абы кто, а бывший его агент, причем лучший агент. Агент некой организации под названием Эрористы. Не путать с террористами, хотя по ходу игры это будет довольно-таки проблематично сделать. Где есть власть корпорации, там будут и недовольны этой властью. Ну, потому что реально люди деградировали, да еще и мутанты лезут как клопы из всех щелей, и никто с этим не борется на самом-то деле. Короче, мы оппозиция. Вот, видимо, при походе на очередной митинг нас схватили и отформатировали. Однако неудачно, и память понемножку возвращается. Это в каком-то смысле краеугольный камень геймплея, ведь мы суперагент изначально, который многое умеет и могет, просто ни хрена не помнит из этого. Однако по мере продвижения память будет возвращаться, что для нас будет означать прокачку. Элегантно, не так ли? О, это вы еще главного не видели. Но сперва дизайн. Сейчас настроюсь. Ой, господи, какой же тут шикарный дизайн в стиле киберпанк. Разработчики потрясающе сумели передать атмосферу. Парижская архитектура просто великолепно подкреплена футуристическими примочками. Всюду всплывающие голографические подсказки, над каждым ларьком таковая тебе сообщит, почем пирожки и когда будет открыто. На краях пропасти тебе покажут предупреждение о возможности падения, если где-то опасный огонь, интерфейс измерит температуру. Ну и, конечно же, различные технические примочки в виде роботов, энергоблоков и и подобные фигни раскиданы по небольшим, но очень красивым уровням. Дизайнеры не зря жуют свой круассан, вот так вот. Не менее классно смотрятся трущобы, помойки и прочие мусорные кучи, где тоже живут люди, и да, там тоже находится место голограммам, роботам и аппаратуре. База внутри, ну, нормально. Просто базы, они и есть базы. А вот магазинчики, отельчики, вот это вот все, где нам доведется побывать, это все смотрится просто на отлично. Знаете, что мне игра напоминает? Binary Domain. Там тоже про футуризм, только японский, а тут вот французский. Но Binary Domain не заморачивался микродизайном. То есть с макродизайном там полный порядок. Локации, эстакады, здания, роботы, персонажи, все классно. Но вот внутри здания максимум пара столиков и автомат-продажник. Тут же с микродизайном заморочились. Если это дом, то там полки с книгами, холодильники, телевизоры, фоторамки с фотографиями, какие-то личные вещи. Если это магазин, там ценники, предложения скидок и далее по списку. То есть ты приходишь в помещение и говоришь: «Да, я верю, что здесь живут люди, а не что просто коробку сделали, потому что нужно было. Более того, я верю, что тут живут люди 2084 года, ибо утварь именно что футуристическая». Дизайнеры дали фантазии ход и умудрились напридумывать немало непонятных, но очень убедительных элементов, показывающих, что тут именно что бурлит жизнь. И это прекрасно. Стоит, кстати, отметить, что хоть игре и 8 лет уже, графически она смотрится вполне красиво. Жаль лишь, что игра не умеет правильно адаптироваться под мониторы 4К, и в итоге субтитры в таком разрешении крошечные, и играть с ними невозможно, увы. В остальном графике у меня претензий тоже нет. Однако чем же мы будем заниматься в этом киберпанковом мире? О, Нилин теперь хочет вернуть воспоминания, поэтому ей нужно бы вернуться к прежней деятельности мятежницы. В этом ей, помимо убогого костюма,
дома. Ну серьезно, здесь так пафосно представлен момент, когда она в нем выходит, прям будто она в латексе вышла или в бикини. Господи, она что, за Алекс Фэнс донашивает? Впрочем, пусть хоть голая бегает, главное это ее перчатка. Благодаря ей Нилин может воровать воспоминания и, самое главное и самое шикарное, редактировать воспоминания. Ох, это дико интересная механика. Мы внедряемся в память человека и смотрим отрывок. Самый простой пример и крохотный спойлер, просто это фактически в процессе обучения показывают. За нами приходит охотница за головами, чтобы нас убить. Мы внедряемся к ней в память и видим, что заказ она приняла, чтобы оплатить восстановление мужу, который совсем памятью поплыл. Расхаживает доктор и рассуждает про мнемостимуляцию, размытие самоидентификации и прочие проблемы современного меншенкайнда. И говорит, мол, говно вопрос, поставим на ноги, вы только платить не забывайте. И теперь мы должны отредактировать воспоминания, показать все так, будто доктор убил мужа. Как? Мы можем прокручивать отрывок вперед-назад. На геймпаде, кстати, это делается методом ласкания соска, который почему-то называют стиком, по какому-то недоразумению. Теребя сосок, мы будем находить гличи, такие точки входа. Иногда их несколько, и мы можем их как раз-таки редактировать. Например, передвинуть стол или отстегнуть ремень, такие вот моменты. И нам нужно составить правильную комбинацию изменений, чтобы события пошли по нужным нам рельсам. Ряд мелочей и случается по-иному, и вот уже вместо спасения — смерть. И все, охотница помнит, как ее мужа убили, она зла на корпорацию и желает нам помочь. Вуаля! Классно же звучит, правда? Не то слово. Кстати, это далеко не всегда так легко на словах. Иногда нам придется сильно поломать голову, чтобы понять, как же подвести ситуацию под нужные тебе обстоятельства. Кстати, интересно и то, что помимо нужного тебе исхода могут быть и другие. Трагедию можно предотвратить, а можно и вовсе сделать так, что редактируемый в воспоминаниях погибает. Это называется ошибка памяти, потому что никто не может помнить свою смерть. И я вам скажу, это просто великолепная задумка, которая вкупе с отличной атмосферой и приносит просто шикарные впечатления. И, как обычно, помогает в этом не только дизайн, общий антураж, но и звуковое сопровождение. Оно тут не менее замечательное, чем визуальное. Все стрекочет, верещит и скрежещет именно так, как и должно стрекотать, верещать и скрежетать. В первой же сцене при ходьбе слышен скрип от подошвы сапог. Я такого не то что давно не слышал, я такого вообще не слышал. Это правда подкупает такого аудиофила, как я. Не меньше подкупает очень интересный саундтрек. Он смешанной такой стилистики от неооркестровой музыки до чего-то вроде техно, но вся музыка также стилизована под киберпанк и пестрит гличами, то есть внезапное заедание, изменение темпа, смена тональности, даже микрореверс. Такие эффекты прям вот бальзам для ушей, настоящего слада. В итоге саундтрек в плане мелодии и сам по себе тоже неплох, хотя не нечто вот такое прям что вау, да, но с такими эффектами явно выделяется на фоне десятков других игр. Я это гарантирую. Ну и, конечно же, сама идея великолепна. Во-первых, по ходу игры нас будет посещать мысль, а все ли мы делаем правильно. Глядя на некоторые последствия наших действий, задаешься вопросом, а мы точно эрористы, а не террористы? Стоит ли благородная цель таких жертв? Даже если бы это было основной идеей игры, это уже было бы хорошо. Этим игра напоминает Spec Ops. Они, кстати, и правда местами очень похожи, в том числе и по своей судьбе. Но нет, основная идея игры в другом. Воспоминания в этом мире стали не просто чем-то, чем можно манипулировать. В своем роде это валюта, за которую мы покупаем благо гедонизма. И в то же время это то, что мы так стремительно теряем, а следовательно, ценнейшее сокровище. Недаром вместо выражения «see you» тут используется «remember you». Это как если бы в русском языке вместо «увидимся» говорили «вспомнимся». В мире, где из-за деградации памяти скоро забудешь, кто ты такой, это действительно ценный дар — помнить. Хотя бы то, что тебе дорого. Но некоторые, наоборот, ищут спасения в том, чтобы избавиться от мучительных воспоминаний, не желая даже знать, что нас, такими, какими мы есть, делают не только счастливые моменты, но и страдания. Все беды, все потери, все это делает нас сильнее, если мы справимся с этим. Убегая от себя, об самого себя же и споткнешься, но люди продолжают бежать, боясь столкнуться лицом к лицу с суровой жизнью. Мир не исправить, этот уж точно, но так хочется в это верить. И мы должны помнить, чтобы жить, и жить, чтобы помнить. Таков девиз компании, взявшей на себя функцию Бога. И тут вы, утирая слезу, спросите: «Погоди, но ведь то, что ты рассказал сейчас, это же звучит шикарно, ты точно рубрикой не ошибся? Почему это не в игре Реликты, например, да?» Вот,
Да, отличный вопрос. Вот запомните все, что я говорил, и теперь тоже прочувствуйте разочарование от реализации. От реализации всего этого. Ведь что я сейчас описывал? Это бэкграунд, лор, история, декорации, идеи. С этим проблем здесь нет. А теперь давайте посмотрим, как все это реализовано и где были допущены ошибки. А самой большой ошибки скажу сразу. Серьезнейшая ошибка игры заключается в том, что она заявляет крутую фишку с редактированием памяти и не использует ее. Игра проходится в среднем часов за 8. В ней больше 7 глав, и за все это время редактирование памяти использовалось 4 раза. 4 раза. Фишки, о которой трубили на каждом углу до выхода игры, в самой игре практически нет. Притом, еще раз обратите внимание, действительно рабочей, интересной фишки. После первого редактирования ты действительно ждешь, что сейчас это станет, если уж не обыденностью, то будет использоваться более-менее часто. Я уж не ждал побочных интересных квестов от людей, которые злоупотребляли попытками забыть горе и что-то напортачили в своей голове, или от тех, кто оступился по жизни и кому нужна наша помощь. Ладно, фиг бы с ними, игра линейная, тут нет никаких квестов. Но вот ты встречаешь врагов-боссов. Встречаешь первого. Кстати, спасибо локализаторам, он в оригинале вроде Пит Иксмас, а здесь же он... Ребзя Новый год. Ребзя Новый год! Ну серьезно, ну спасибо, хоть не Петька Рождественский. Тоже неплохо, да? Такой вот вариант. В общем, ты его, значит, бьешь, и в конце, казалось бы, редактирование памяти. Посмотрим историю персонажа изнутри, исправим что-то. Нет, нет, мы просто его добиваем перегрузкой памяти. И все. А потом следующий босс, и та же история. И так далее, до самого конца. И все. И просто вот невероятно, если честно. Зачем тогда было так заморачиваться? Это тогда не механика, это декорация какая-то. Но она же не одна такая, связанная с памятью, верно? Есть же еще похищение памяти. Да, есть. И сделано это действительно неплохо. Воруем память, и появляются мнемоточки, так называемые мнемофоны. Не путать с мейлофоном. Мы смотрим воспоминания персонажа и видим его действия. Сконцентрировавшись, мы можем распознать, какой код безопасности он ввел, например, или куда пошел. В отличие от редактирования, этот момент используется часто, и к нему нареканий нет. Есть ли еще механики, напрямую использующие память? Нет. И это очень странно, согласитесь. Для игры полностью завязаны на манипуляциях с памятью. Ладно, а что тогда есть? Есть механика боя. Да, это приключение еще и двухкнопочный битэмап. Однако это очень интересно сделанный битэмап. То есть боевая система основана на трех клавишах. Удар рукой, удар ногой и перекат. Но реализация у всего этого весьма интересная. Избивая врагов, мы получаем ОПП, очки процедурной памяти, и восстанавливаем свою память, вспоминая таким образом приемы. Приемы здесь представляют из себя цепочку нажатий на кнопки в разной последовательности. Например, самая простая — это XXX, ну то есть три удара рукой. Самый первый удар начинает комбинацию, его менять нельзя, а вот остальные уже можно. Фактически мы имеем ресурс — удары рукой и удары ногой. И ресурс этот делится аж на 4 типа. Удар, направленный на урон, удар, направленный на регенерацию, удар, ускоряющий откат способности, и удар-связка, усиливающий предыдущий удар. И мы в комбинацию можем вставлять любые эти удары, получая соответствующие эффекты. Каждый последующий удар сильнее предыдущего, каким бы он ни был, и чем длиннее цепочка, тем, по идее, эффективнее каждый последующий удар. И эти цепочки мы можем редактировать прямо на ходу, подстраиваясь под меняющихся противников. Если те начали часто вас зажимать и нужно просто быстро расправиться с врагом, можно сделать цепочки на урон или откат суперударов. Если много бьют, на регенерацию для затяжных боев. Однако удары, которые у нас есть, ограничены. То есть вот у нас, например, есть один регенерирующий удар рукой и один силовой. И мы не можем их дублировать в разные цепочки. Зато с получением опыта мы можем открывать новые удары. Такая вот замороченная система. И она реально работает. С одной стороны двухкнопочный бой с перекатами, с другой приходится думать, какую комбинацию применить, и как минимум держать их наготове. Да и сам бой действительно красив. Можно, конечно, прицепиться и сказать, что не может женщина раскидывать мужиков в доспехах налево и направо. Но кого это и когда волновало, честно? Мужики в играх тоже регулярно творят такое, что на голову не налазит. Набивая комбо, мы получаем концентрацию, которая позволяет использовать спецприемы, которые мы тоже вспоминаем по ходу игры. Это и ярость, и логическая бомба, как у Сайрекса из Mortal Kombat, и уход в стелс, и еще парочка других приемов.
Приемы, правда, хороши. У них есть откат по времени, и иногда без них драться просто невозможно. Бои красивые и интересные. Увы, лишь в теории. На практике все получается не так уж радужно. Когда бой проходит на открытой местности, можно развлечься. Противник давит числом, приходится маневрировать. Но очень часто бои происходят и в каком-нибудь коридоре, и там камеру начинает просто люто колбасить. По всему видно, что она не приспособлена брать правильный ракурс, и тебе просто не видно, с какой стороны тебя обступают и бьют. И ты можешь только догадываться, что со всех, скорее всего. Потому что, как правило, оно так и есть. Враги технически делятся на лепырей и полицейских, и они отличаются по тактике. Первые давят числом, но есть живодеры, зависимые от толпы, и сначала приходится снимать охрану. И вторые — это полиция до поры, мальчики для битья, но до тех пор, пока на ринг не выйдут те, ударяя кого ты повреждаешься сам. Ёкарный бабай, как же запарно с ними сражаться. Учитывая, что здесь нет синдрома очереди, и враги атакуют одновременно, уклониться от удара порой не так уж просто. А уклоняться в таких случаях приходится нон-стопом, ибо здоровье ты уже убил об этих вот элитных стражников. А в случае смерти тебя, конечно же, вернут на удобно расположенные чекпоинты. Правда, бои здесь начинаются с самого начала, еще и заставки ведь не пропустить. И они обычно проходят по следующей схеме. Прибегает толпа X, ты ее пинаешь. Прибегает толпа X в квадрате, то есть вдвое больше таких же. Ты их побил, набегает X в квадрате плюс Y, то есть еще другие, дополнительно новые прибегают. И в зависимости от близости к концу игры, толпы становятся все больше и больше. Количество боев растет, а враги смешиваются. То есть и полицай, и лепыри уже в одной связке, что просто жутко бесит. К тому же, если вы изменили комбинацию после чекпоинта, то со смертью она, разумеется, не сохранится. Набирай заново. Вообще, это тоже серьезная проблема. С боями здесь переборщили сильно. Ну, то есть, ребят, ну вы же видите, что у вас не получается вот это вот все, да? Эта игра не про сражение, она про историю, про манипуляции с памятью. Но нет, манипуляции по минимуму, а вот бои на каждом шагу. От них очень быстро устаешь. Буквально уже вот в начале игры же как раз-таки устаешь. И я даже в один момент понизил сложность до минимальной. И знаете что? Ничего, меня все равно били, очень активно били. Все же система боя здесь потенциально качественная и непростая. Не получится просто взять и отмахаться мешком. Выходит, эта игра явно не для тяжелого уровня сложности. Тут, дай бог, на среднем-то ее пройти. Под конец боев становится просто дохрена. Там чуть ли не шаг вправо, шаг влево сражение. Притом многоступенчатое. На тебя уже толпы просто прут огромные. Господи, когда все это кончится? Кстати, набив концентрации, можно еще провести добивание, ту самую перегрузку памяти. Все это делается эквилибристически красиво, это общая черта боев, и со спецэффектами, как визуальными, так и звуковыми. Спецэффектами классными. К примеру, иногда после добивания сквозь глич слышен компьютерный голос, говорящий «Is Dev», что, разумеется, нашему похабному мордорскому уху слышится как ну вы поняли. И знаете, это больше похоже на правду, учитывая, что я описал ранее. И если бы только это было все. Нет, с цепочками тут тоже не все так гладко. Учитывая, как резво тебя мордуют, сбивать последовательность будут постоянно. Можно перескакивать через противника, и тогда последовательность не будет сбита. Ну и тут иголка тебе в седалище. Если долго не бить, последовательность тоже сбрасывается. В понятие «долго» как раз входит то самое время, которое уходит на перепрыгивание и занесение руки или ноги для удара. Вот что мешало убрать этот таймер или сделать его, скажем, побольше. Бой стал бы гораздо более интересным, а по факту у тебя очень вряд ли получится долгая последовательность. Самые эффективные — это самые простые, потому что они быстрые, XXX. И неплохая система боя превращается в обычные закликивания, просто храня саму идею комбинаций. Но тут фишка еще и в том, что некоторых врагов невозможно победить обычными ударами, только в комбинации со спецприемами. К примеру, враг телепортируется, можно его оглушить и сбить. Хорошо, ты оглушил и сбил, а дальше способность откатывается минуту так две реального времени. И хорошо, если рядом бегает толпа миньонов, на которых можно набить восстанавливающую комбинацию. Но она бегает не всегда. В итоге ты, как дебил, по две минуты просто бегаешь вокруг врага, уворачиваясь от ударов. Этим особенно пестрят бои ближе к финалу с этими вот стражниками, которых больно бить, и бои с некоторыми боссами. Такие бои, кстати, тоже довольно-таки странные. В принципе, босс-файты здесь нормальные, но некоторые вот вынуждают реально бегать кругами и ждать отката. Казалось бы, можно набить восстанавливающую комбинацию на боссе, но нет, нельзя.
Один ставит блок и сам регулярно сильно контратакует, другой вообще робот, его можно атаковать только дистанционной атакой. Да, у нас есть и такая возможность, что-то вроде импульса. И он тоже восстанавливается со временем, да. Поэтому представьте себе Dark Souls, как если бы бить в нем было можно, только восстановив всю полоску выносливости. Круто, да? Нет, это вообще не круто. Босс-файтов, кстати, тоже довольно-таки много. Притом, есть боссы как бы именные, они интересные, а есть мини-боссы, и вот это вот просто бессмысленные шушпанцеры, вроде роботов, мутантов и прочего говна. Вот с ними тут реально перебор. И притом по старой доброй схеме, задолбавшей в корягу. Помнишь, ты убивал вот такого вот? Так вот тебе еще один такой, только белый теперь, да? Что, не нравится? Так на тебе еще два. И если, порвав рубаху на ветошь, ты еле дошел до добивания такого, но профукал финальный квик-тайм, то будь добр, найди еще одну рубаху и порви ее тоже. И вишенка на торте, навязчивые подсказки о том, что делать и куда жать, которые не убрать с экрана даже ближе к концу игры. Ох, запахло счастьем. По итогу сражения тут это та еще морока, и классная боевая музыка уже тебе просто вот так вот поперек горла встает. Хорошо, хорошо. Что здесь с исследованиями? Ну, с этим все намного лучше. Это игра про паркур, причем про паркур незамысловатый, легкий и удобный. И главное, красивый. Тут играет большую роль именно дизайн. Лазаешь и любуешься, постоянно повторяя про себя: «Ух ты, ё-моё, вот умеют же!» Иногда открываются просто шикарные виды, прям как в каком-нибудь Анчартеде. А иногда вспоминается третий принц Персии с его Вавилонской башней. Собственно, на него игра этим, кстати, очень похожа. Умереть при паркуре довольно сложно, хотя и можно. Чекпоинты расставлены на каждом шагу, мороки с этим нет. Красиво, плавно, да и женская фигура радует, что не говори. Иногда нужно взаимодействовать с кнопками, простым нажатием, а ближе к концу игры еще и манипуляции стиками. Помимо прочего, можно находить коллекционки, давить механических жуков или искать по голографическим подсказкам тайники, оставленные эрористами для вас. В ней их пластыри и электроника. Собери 5 таких и получишь дополнительную полоску здоровья или концентрации. К слову, я, может, ошибаюсь, но я старался следить за этим и могу сказать, что тут соблюдена разумная грань тайников. То есть нет такого, что в крепости, куда без пропуска мышь не проскочит, вдруг находится подготовленный для тебя лично тайник. Это радует. Также можно искать памятки о Новопариже и заметки о том, что ж тут по лору происходило до начала игры. Это весьма интересно, должен сказать, но, к сожалению, погода это уже не делает. Итог. Remember Me невозможно назвать плохой игрой. Нет, она хорошая, местами даже гениальная. Беда в том, что такие вот гениальные места, которые напрямую связаны с сутью игры, нам дают в час по чайной ложке, а вот всяких мусорных механик типа боя, без которого тут можно было по идее вообще обойтись, наоборот пихает так, что уже, знаете, в рот не лезет. Игра просто разочаровывает на глазах. Ее при всем желании нельзя назвать гениальной или прошедшей проверку временем. По многим отдельным параметрам, обгоняя Binary Domain, она в общей сложности проигрывает ему в интересности. И это очень печально, правда. Чудо не случилось. Впрочем, один раз ее пройти все же, я думаю, стоит. Интересная история, интересная возможность редактирования памяти, классная атмосфера, я бы даже сказал, шикарная атмосфера, не менее шикарный антураж, отличная красивая музыка, все это радует. Но вот на второе прохождение, думаю, мало кто решится. Как оказалось, это была первая игра студии. И жаль, правда. Жаль, что они не набили руку на каком-нибудь непотребстве, которого не жалко. С другой стороны, если они когда-нибудь возьмутся за продолжение, мы получим хороший шанс на настоящий шедевр. Однако следующей их работой стал Life is Strange. Да, жизнь действительно странная штука. Но об этом как-нибудь в другой раз. А теперь забудьте все, что сейчас сказал.